Центральный объект Лахта-центра – башня высотой 462 метра и весом 670 тысяч тонн. Основная часть нагрузки приходится на ядро здания. Расчеты показали, что монолитная фундаментная плита не позволяет равномерно распределить нагрузку от центра на периферию. Оптимальным решением этой задачи стал так называемый коробчатый фундамент. Массивные нижняя и верхняя плиты, а также промежуточное перекрытие соединены ядром и стенами каркаса. Такая конструкция гарантирует высокую надежность. Нижняя плита фундамента – это монолитный бесшовный пятиугольник толщиной 3,6 метра. Она является основой фундамента и передает давление веса небоскреба на колоссальные сваи, уходящие вглубь земли до отметки в 82 метра. Работы начинаются с демонтажа временной дисковой распорной системы. Особое внимание уделяется тщательной гидроизоляции пространства, так как уровень грунтовых вод находится на 15 метров выше дна котлована. Основание и боковые поверхности нижней плиты защищают мембраной. Начинается сборка каркаса. По мере его монтажа в арматуре устанавливают специальные датчики контроля. Сигналы от них позволяют непрерывно получать информацию о состоянии фундамента, свайного основания и грунта. Арматурный каркас нижней плиты коробчатого фундамента – это 15 уровней горизонтальных сеток. 2 месяца круглосуточной работы, привлечение свыше 1000 человек и 9600 тонн стали потребовалось для монтажа каркаса нижней плиты фундамента небоскреба. Далее арматурный каркас заливают бетонной смесью. Особенностью является требование непрерывности этого процесса. Технология и организация безостановочного бетонирования чрезвычайно сложны. Инженеры и строители должны быть абсолютно уверены в результате. Логистика продумывается заранее, детали прорабатываются в горячих обсуждениях. Дается старт заливки, и по доброй строительной традиции, на удачу, в первый бетон бросаются монеты. Заливку обеспечивают расположенные по периметру Пентагона 18 бетононасосов. С них бетон подается вниз к армокаркасу плиты. Смесь на площадку поступает непрерывно. Самоуплотняющийся бетон равномерно распределяется по основанию, самостоятельно заполняя пространство нижней плиты фундамента. Состав бетона разработан специально для фундамента петербургского небоскреба. Для безостановочной поставки смеси в производстве задействовано 13 бетонных заводов Санкт-Петербурга. Грандиозная заливка длится 49 часов. В течение этого времени в конструкцию укладывается 19 624 кубических метра бетона. Это новый рекорд в высотном строительстве. По окончании двухдневной эстафеты строители обеспечивают уход за бетоном, поддержание нормальных условий для затвердевания. В течение 28 суток бетон набирает прочность. Смесь разогревается и отдает тепло. Такой фундамент обеспечивает исключительный запас прочности, превышающий мировые стандарты. Возводя этаж за этажом небоскреба, строители могут не беспокоиться о надежности основания. Фундамент здания заслуживает самого высокого доверия.